Здравствуйте, меня зовут Гасунс Марцис Юрьевич, и я хотел бы поблагодарить всех, кто помог нам издать словарь Косовичи. С того момента, когда были собраны деньги, 8 января 2017 года, прошло почти полгода, и перед нами тираж словаря. Книга получилась ровно так, как я хотел. Издана превосходно. Чтобы понять, насколько она большая, нужно сравнить ее с книгой обычного формата. То есть книга формата А4, 360 страниц. Нам пришлось поменять типографию. И в этой связи мы потеряли несколько месяцев, но результат того стоил. Печать действительно черная. Обложка четкая, темно-синяя. Все сделано в лучшем виде. Значит, вместо 230 заявленных тысяч было собрано 285 тысяч рублей. После вычета налогов осталось где-то 250 тысяч рублей. Из них, из этих 250, где-то 40 тысяч ушли на почтовые расходы, чтобы выслать книгу по России и за рубежом. То есть осталось где-то 210 тысяч рублей. А при этом стоимость тиража 279 тысяч рублей. То есть издательству все равно было необходимо доложить определенную сумму, но тираж, благодаря тем, кто откликнулся, можно было сделать гораздо дешевле, чем если бы издательство печатало тираж полностью за свой счет. То есть книга будет гораздо дешевле. Ориентировочная стоимость 800 рублей за экземпляр, плюс доставка. Вот. Книга такого формата могла бы стоить и 1200, и 1500 рублей, но именно благодаря вам мы смогли сделать невероятное. Словарь 1854 года, спустя 150 лет, снова издан. Это здорово. И этим самым я завершаю серию из 8 книг. 7 книг, изданных с конца 2014 года, плюс 8-я Кнауэр. В одной руке уже удержать невозможно. Вот. Это здорово. Я надеюсь, что Косович – это не последняя книга, которую я издаю по санскриту. Мой изначальный план был издать именно 8 книг. Мой план завершен, и теперь я свободен. Я сдержал свое слово. Что будет дальше, я не знаю. Но здорово, что вы не остались равнодушными. Честно, я не ожидал, что это возможно. Я думал, что сбор средств потерпит поражение. Но что-то ошибся я, и это здорово. Поэтому всем, кто участвовал, они получат номер для отслеживания почтовой отсылки. Все посылки уже на почте. Пожалуй, и все. До свидания. Спасибо.